И всем снова приветик, с вами Ghostfacek. С очередным шедевральным шедевром. Nice. Короче, я понял, что лайфхаки вам не заходят, и решил начать делать снова то, что у меня вроде как получается. Ничего. Ладно, шучу. Сегодня будет очередной изи гейм. Oh my! На этот раз решил сделать что-то посложнее, поэтому сегодня будет... И все те, кто имеет зрение и видели превью, такие... И что же будет? Итак, сегодня будет... Геометрия Тири. Для тех, кто в танке, объясняю. Geometry Dash — это игрушка, из-за которой было разбито немало телефонов. Дело в том, что она сложная капец. Да, конечно, поначалу там более-менее все нормально, но потом это пипец просто. По шкале пипечничества это просто все 10 баллов, просто там такой пипец, это просто пипец. Суть игры такова. Есть кубик, экран вашего устройства, ваш палец и непосредственно игровая локация, на которой будут происходить все действия. Когда экран и ваш палец соприкасаются, кубик делает прыжок по уровню, на котором находится уйма убогих препятствий, которые будут вам безумно мешать. Короче, объясняю я очень хорошо, поэтому, пожалуй, стоит просто начать работу. Итак, у меня есть 149 IQ, а также изумительный пак графики, сделанный мною. Кстати, как раз таки поэтому он и изумительный, только никому об этом не говорить, это великая тайна. Начнем, пожалуйста, снова. Это наш персонаж. Назовем его Квадратик. Я просто похлопаю. Так вот. У него должно быть все, что есть у среднестатистического персонажа. Rigid Body, Box Collider и скрипт. Следовательно, делаем вывод, что ему необходимо это все поставить, ибо сейчас он тупо как малоимущий тиктокер. Так вот, ставим Box Collider, после чего ставим и Rigid Body, на котором фризим движение по оси Z. Также делаем заранее пол, по которому он как раз таки и будет скакать. А теперь самое интересное, скрипт. Итак, наша задача — научить его прыгать, а также запретить прыгать в воздухе, ведь он не Чак Норрис, чтобы исполнять подобное. Также нам необходимо научить его умирать, чтобы он, типа, лоу, будет прыгать на всякие колючки и продолжать идти, а нам такого не надо, нам надо, чтобы он умирал. Именно. Так, да. Для этого создаем переменную силы прыжка типа float, а также переменную проверки на нахождение персонажа на поверхности. Назовем ее isGround. Также добавим инициализацию RigidBody 2D. В методе start объясняю, что это такое, чтобы движок выкупал, что это такое, и после этого приступаем непосредственно к прыжку. Создаем if, в котором проверяем, нажата ли кнопка LKM или нет. На телефоне LKM приравнивается клику. Также проверяем, находится ли он на земле через переменную isGround. Если все условия являются правдой, то фигачим наш кубик вверх и делаем переменную проверки на нахождение на земле false. Теперь через метод onCollisionEnter2D проверяем, находится ли кубик на чем-то твердом. И если это так, то проверяем, на чем именно. И если на платформе с тегом ground, то значение переменной isGround приравниваем к true. Также делаем проверку на столкновение с объектами, имеющими тег пицца с ананасами. А если с таковыми мы столкнулись, то наш игрок уничтожен. Просто, короче, уничтожаем его нахрен, если он столкнулся с пиццей с ананасом. Запускаем игрульку и немного попрыгаем, дабы убедиться, что все нормально. И сейчас все такие... Алло, ты идиот? То есть, по твоей логике, кубик будет просто прыгать вверх-вниз на одном месте, да? Увлекательная получится игра. Просто зашибитлс. Ха, да, он будет прыгать вверх-вниз, прям как Кенни на 24 на дереве.
И в то время, когда он будет прыгать на одном месте, остальные объекты будут двигаться в его сторону, тем самым создавая иллюзию движения кубика. Теперь приступим к игровым объектам, к платформочкам и убивалочкам. Кидаем на них все, что кидали на главного игрока. И создаем отдельный скрипт для них. Внутри него создаем переменную скорости, потому что фон должен будет двигаться медленнее других объектов. В оригинале игры это весьма заметно, а поэтому значение необходимо будет указывать непосредственно из сцены. В методе update делаем проверку на то, что если объект выйдет за какое-то придуманное назначение по оси Z, то он удаляется, прям как кубик, если он соизволит сигнуть на объект сцены пицца с ананасом. Если же он не достиг той позиции, то мы двигаем его в сторону игрока, с нужной нам скоростью, которую мы будем указывать уже в редакторе. Теперь на объектах ставим нужные значения, делаем их префабами и по-быстренькому делаем небольшой уровень. Запускаем и видим, что все окупим. Игрок прыгает, при попадании на убивалочку появляется заново и опять идет вперед. Все как и было задумано, эпичность зашкаливает. Ну что, всего лишь за несколько минут мы сделали игру, в которую играли миллионы людей. Так что влепи свой весьма ценный для меня лайкосик, а также affirm me. Подписочку, если еще не подписан. А теперь всем покедова. А стоп, нет, не покедова. С Новым Годом, а точнее с наступающим Новым Годом. Желаю, чтобы вы все были счастливы и здоровы. Ну, самое важное сказал, а теперь всем пока. Точно уже, всем точно покедова.